Книга «Открытым оком», том 7, тема «Природа», вопрос 1987. Почему у нас такая зависимость от вещей, что без них и до Бога не добраться? Если на священнике нет какой-то части из одежды, даже на рукавников или и петрохили, и уже он как бы несостоятельный, как будто и благодать уже через него не действует, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Когда в церковь клынули номинальные христиане, то удержать их внутренним было невозможно, так как душа у них не просветилась, не сроднилась с божественным, и потому держали все на 5 органах чувств, а изученное христианство. Конечно же, и без всего этого благодать священства остается на принявших законное рукоположение, и это показатели гонения. Стоило только отнять все это, и священники уже были на высоте. Галатам 4.3. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». 1 Коринфянам 14.20. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Но знать хотя бы значение отдельных вещей нужно, чтобы видеть, как человек ухитряется приблизиться к Богу через внешнее. Изображение херувимов и для отгнания мух смешно и горько, хотя нужно плакать, а не смеяться. Здесь прямо-таки кощунство в отношении изображения херувимов и таких случаев у православных море. Василий Великий, день памяти 1 января. Рапида, опахала, орудия для отгнания мух. Это металлические, на довольно длинных рукоятках круги с изображением на них шестокрыл, крыл латых серафимов. Они диакон и медиаконы при архиерейском служении веют, колеблют над святыми дарами, чтобы в них не упало какое-либо насекомое. Вместе с тем репиды напоминают нам, что при священнодействии литургии отсутствуют и сослужат нам святые ангелы, изображения которых имеются на репидах. Репиды употребляются при архиерейском служении, при служении священника их заменяет покровец. Завесы были, собственно, устроены перед тем отделением храма, где стояли женщины. Эти завесы опускались во время совершения таинства Евхаристии, и женщинам под угрозой удаления из храма запрещено было в это время приподнимать их. Алтарь же от остального пространства церкви отделяла сквозная решетка, которая превратилась впоследствии в нынешний иконостас. Власть никакая так людей не портит, как власть епископа, а значит патриарха. Набедренник его страшнее, чем кортик, и жезл копье добавит только страха. Он, по идее, должен быть отцом, рождающим страдания к благовестиям, первопроходцем, воином, пловцом, быть образцом смирения и чести, ему, как ангелу святой по местной церкви, быть сторожем, защитником, рыбачить, входить не инди, непременно дверью, жить по Евангелию и никак иначе. История, мы знаем, сохранила нам имена ересиархов буйных, все священства, в этом их и сила, их ложь всегда в обертке. Аллилуйя! Апостолы имели жен и семьи, простые люди не кастрат, монахи, их целью повсюду сеять Божье семя и быть не идолом с харизмой лести, страха. Сегодня он владыка и властитель, рабовладелец, князь, почти антихрист. К нам снизошел какой-то небожитель, а речь его акафисты, стихиры, недосягаемых в сиянии по золоту он властвует, свершитель страшной жертвы. Бездушный из одежды, из плоти, мертвец среди таких же вечно мертвых, не храм, скотомогильник безнадежный, его епархия, поместье для царька. С мирской властью дружит только лежа, питаясь из церковного ларька. Конечно, сам он с этим не согласен, он на плаву, рот до ушей в довольстве, играет в крестный ход и яйца красит. Сотрудник КГБ, вожак из комсомольцев, 8 июля 2003 года, Игнатий Лапкин.